118 000 заявлений на реструктуризацию кредитов цеменцы направили в банки за 2 месяца пандемии. Из них 3 000 с просьбой предоставить кредитные каникулы. По каждому второму принято положительное решение. По ипотечным кредитам одобрено 53% обращений. По кредитным картам и потребительским кредитам 71% и 36% соответственно. По автокредитам 25%. Напомним, по закону каникулы можно получить по всем видам кредитов и займов, если их выдали до 3 апреля 2020 года, при условии, что доход заемщика снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным значением 2019 года. Для этого необходимо предоставить справку 2 НДФЛ, больничный лист или справку о регистрации на бирже труда. Заявление рассмотрят в течение 5 дней. Банкам также выгодно сохранить лояльного клиента, чтобы в будущем получить от него выплаты в погашение кредита. Нужно помнить, что отсрочка не является бесплатной. Проценты по кредиту продолжают начисляться, только их нужно будет заплатить позднее.